Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, в этой недельной главе, в главе Шлах, есть два интересных момента. Первый – это Бог долго терпелив и безмерна любовь его, прощает он грех и непокорность, но припоминает вину отцов их детям. А почему вы должны отвечать за отцов? Вот есть такая притча, однажды голодный волк поймал лису и приготовился ее скушать. Лиса говорит: зачем тебе мои кости? Вот смотри, идет человек, он такой упитанный, хороший, возьми и его съешь. А волк говорит: нет, из нашей волчьей традиции мне известно, что я съем человека, у меня ждет наказание. Не бойся, сказала хитрая лиса, тебя не накажут, накажут твоих детей. У них вот пророк Ермияху был, он сказал: отцы ели незрелый виноград, а у детей на зубах оскомина. Волк насторожился, да, интересно, и понравился ему лисий аргумент. Я отвечать не буду, дети, и Бог с ними, разжал челюсти и стал подкрадываться к человеку. В это время провалился в замаскированную ловушку, там прыгает. Лиса подошла осторожно к краю ямы, и волк кричит: ты лгунь, ты виновата, ты же сказала, что дети мои будут наказаны, а не я. Дурак ты, говорит лиса, ты наказан не за себя, а за своего отца. Вот, но почему я должен страдать за грехи отцов, спросил волк. И лиса ответила ему: ты хотел съесть человека, хотя знал, что ставишь под удар своих детей. Чего ж ты сетуешь на грехи собственного отца? Подумайте об этом всем. Эта притча помогает нам понять приведенный стих из сегодняшнего раздела Торы. В самом деле, справедливо ли, что Бог припоминает вину отцов их детям? Даже если дети ведут себя так же порочно, как их отцы, было бы, наверное, правильно карать их только за собственный грех. Почему они должны отвечать за предков? Пусть каждый отвечает за себя. Все правильно, да? Но если дети понимают, что своими грехами они навлекают страдания на собственных детей, то пусть не жалуются, что им самим приходится платить по счетам собственных отцов. Тут все просто. Идем дальше. Бог сказал: вы плакали зря. В этот день, да, этот тяжелейший день 9 ава, когда же разведчики и весь народ начал плакать, разведчики рассказали там не то, что надо. Но дело даже не в этом. Этот день еще и абсолютно великий день, потому что он дает нам веру. Вот посмотрите. Если кто-то из хоть чуть-чуть неверящий, посмотрите, я очень коротко. 9 ава это 3338 года от сотворения мира. То есть это примерно 422 год до нашей эры, через 889 лет после описаний в этой главе, которая была, и когда сказал Бог, что раз вы плакали зря, будете плакать теперь серьезно уже каждый день. Был разрушен первый Иерусалимский храм. Жителей угнали в Вавилон. 70 лет продолжалось изгнание, пока царь Персии Кореш не захватил Вавилонию и не разрешил евреям вернуться. Они построили второй храм. 9 ава 3828 года от сотворения мира. Через 420 лет после возведения первого храма был разрушен с римлянами. Историк Иосиф Флавий описывает, что он не знал слова, которые сказаны у пророка Амихи: «Я заставлю ваше поколение плакать в эту ночь». Но он сказал, что какое уникальное поражение, совпадение, посмотрите, в тот же день. После полувека Бар-Кохба отбил Иерусалим у римлян, война, но в этот день рухнул последний оплот, были уничтожены Бар-Кохба и, по-моему, 580 тысяч человек примерно. 9 ава римляне распахали храмовую гору. 9 ава по еврейскому календарю это примерно 18 июня 1290 года. Евреи изгнали из Англии всех евреев за одну минуту. На завтра после 9 ава 1306 года евреи Франции были изгнаны. 9 ава император Фердинанд изгоняет евреев из Испании полностью. 300 тысяч евреев покинули страну. 9 ава евреи Рима переселены в первое в мире гетто. 9 ава, это было 1 августа 1914 года, началась Первая мировая война, которая уничтожила абсолютно там еврейство Латвии, Литвы, Белоруссии, Польши и так далее. Следствием мировой войны стала революция, началась гражданская война. Банды Петлюры, Махно, Деникина, Колчака, 300 тысяч примерно уничтожило евреев. Потом пришли большевики, а в Германии нацизм, благодаря этому происшедшему, и то, что было, то было. 9 ава 1941 года началось собрание евреев Польши в концентрационные лагеря. Я могу долго говорить.
Люди, вы верите в такие совпадения? А если нет, говорит, почему вы до сих пор не в вере находитесь? А чтобы понять, почему мы не в вере, я раскрою короткую вещь. Однажды Рав Шлома Авербах ехал в такси, и таксист говорит, ты знаешь, уважаемый Рав, я был в армии, и к нам в палатку заползла ядовитая змея. Она обвелась быстро вокруг Хайма, санитара нашего. Мы ему начали кричать, Хайм, не двигайся. А Хайм, она поднялась прямо в лицо ему взглянула, он понял, что конец, начал читать молитву «Шма Израиля Дунай». Змея внимательно застыла так, послушала, сползла и ушла. И вы знаете, Хайм сделал шуву, он раскаялся, вернулся и стал выполнять заповеди. А вы, уважаемый Рав, слышали такое? Вот видели, Бог есть. А Шлома говорит ему, слушайте, а вы вернулись к вере? Он говорит, а я тут при чем? Ведь чудо было для Хайма, по нему ползала змея, а по мне нет. Вот так и мы. Поэтому 9 ава – это еще символ того, что Бог есть, никуда не делся, и все, что он сказал, все будет выполнено. Брахавы от слаха.